Уже с завтрашнего дня в Югре можно будет открыть электронный больничный по новым правилам. Об этом говорили сегодня на заседании регионального оперштаба. Открыть больничный можно будет по телефону, однако это не значит, что пациент будет лечиться самостоятельно. В течение 1-2 дней врач или фельдшер проведут очный осмотр и скорректируют лечение. Во время заседания обсудили и другие вопросы ковидной повестки. Губернатор Наталья Комарова рассказала о продлении мер поддержки туристической сферы. На 22 год продлены меры поддержки туристической отрасли. Правительство фактически освободило туроператоров от взноса в резервный фонд. Объединение туроператоров установило их в размере 1 рубль. Больничный лист сегодня выданный по поводу острой респираторной вирусной инфекции или коронавирусной инфекции, которая протекает в легкой форме, он может быть закрыт дистанционно, тоже без осмотра врачом на дому или без осмотра врачом в поликлинике. Еще одна тема, которую затронули на заседании оперштаба – выплаты студентам-медикам, которые помогают врачам в борьбе с коронавирусом. Молодые люди, обучающиеся на последних курсах высших и среднеспециальных учебных заведений, получают 820 рублей в день. Ординаторы, более опытные молодые специалисты, за день зарабатывают 1370 рублей.